Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Дерза Александр. И знаете, в последнее время я что хочу сказать, посылки действительно с аукциона eBay стали приходить гораздо быстрее. Вот. Не знаю, как насчет других магазинов, но с eBay это однозначно, потому что мне в последнее время поступает множество посылок. Вот одна из них, которую как бы я сегодня опять же получил, только что пришел с почты. Итак, выслана посылка была 21.08.2013. Надеюсь, это видно. Сейчас я попробую приблизить. Вот. Надеюсь, это хорошо видно на видео. Да, вот смотрите, значит, 21.08.2013. Это отправлено как бы из Китая, да? Посылочка пришла с Китая. Так, и получена она сегодня, получается, сегодня у нас 14, но была она на почте уже 12 числа. Вот, 12.09. Так, это значит, пришли мне два таких прожектора. Давайте распакуем по-быстрому. Так, два прожектора освещения для видео, чтобы снимать качественное видео. Вот, у меня один такой прожектор вот есть, он прямо сейчас в работе, как бы, вы можете видеть это, вот отсюда он как бы светит, да, сейчас я вам его покажу, как это выглядит все, да. Просто как бы, почему так разрезаю, просто знаю, что их здесь два. Так, вот, значит, вот такие прожектора. Значит, во-первых, крепится как бы башмак для, ну, на фотоаппарат на сам можно как бы закрепить. Сумочка тут идет еще. Это подставочка, чтобы просто его поставить, например, где-то, да. И вот сам непосредственно прожектор. Так, я надеюсь, видно все на видео. Давайте я немножко отдалю, чтобы было лучше видно. Так, вот такой прожектор. 300 светодиодов здесь, и как бы можно направить его, и он будет светить, да, в нужное место. Также идут здесь фильтры различные, да, там, ну, световые, которые вот сюда как бы вставляются, и пульт для различных моделей фотоаппаратов тут, то есть для Canon, для Nikon, для каких-то еще, вот. В общем, вот он сейчас прямо в работе непосредственно. То есть, давайте я вам сейчас поверну, покажу. Вот, видите, вот такой же у меня прожектор стоит и сейчас как бы освещает. Вот, единственное, что вот эти прожектора, они идут без аккумуляторов. Аккумуляторы я заказал отдельно. Вот такие аккумуляторы. Они мне пришли где-то, наверное, недельку назад. Это я все одновременно примерно заказывал в одно число, где-то 18, 19, 20 августа, да. Вот, и он, собственно, вот сюда ставится, этот аккумулятор, непосредственно, и можно им уже пользоваться. Вот, собственно, вот такое видео у нас получилось. И еще один момент, как бы на самом деле много было посылок, я тут в одном из видео вам показывал, с eBay свой этот как бы аккаунт, да, и мне еще вот тоже несколько дней назад пришла вот такая мелкая посылка. Здесь аккумулятор для Samsung Galaxy S4 mini повышенной емкости, китайский, кстати, да, держит где-то примерно на день больше. Вот, и также для телефона непосредственно пришел вот такой интересный чехол. Смотрите, он как в итоге ставится, да? Чехол стоит там, ну, какие-то копейки, буквально около доллара с доставкой, да, с eBay. Может полтора доллара. Ну, просто, когда, если телефон уронить, например, да, он, в общем-то, будет целым. По крайней мере, это проверено на других телефонах, на моих, на предыдущих. И здесь вот идеально все, значит, отверстия подходят. Вот здесь, допустим, инфракрасный, да, передатчик, здесь микрофон, здесь наушники. Вот, как видите, здесь все полностью, как бы, все предусмотрено конкретно под этот телефон. Вот. И также пленочки. То есть, ну, все вот это мне пришло за последние вот пару недель.
Вот. А заказывал я это все 18-20 августа. Сегодня на дворе 14 сентября. И я еще там несколько посылок жду. В общем, вот. Итак, друзья, замечательная новость, что у нас таможня стала работать намного быстрее, почта работает немножко шустрее, поэтому можно делать заказы, в том числе по дропшиппингу, не бояться, все будет хорошо. Итак, с вами был Дерза Александр, пока-пока.